Всем привет, с вами Амри, и сегодня мы продолжаем прохождение третьей гильдии. В прошлый раз наш сынок женился на Аленке с огромным приданым, и мы заработали 27 тысяч монет. Сейчас же мы купим себе титул горожанина и наконец-то переедем в город. После этого на оставшиеся деньги мы будем прокачивать проповедника и писца. Построим пищевую контору и начнем зарабатывать деньги на производстве трактата о талантах и стихотворений. Ну и конечно же проповедники третьего уровня, что позволит нам проповедовать в городе и строить там лачугу городского проповедника. Ну что ж, давайте начинать. Покупаем сразу титул горожанин. Ура! Можем теперь владеть 5 экономическими зданиями, нанимать одного наемника в дом, владеть домом, выдвинуться на должность, отправить ребенка в школу, нанять наемника, охранять здание, назначить ему работу, сопровождать нас, искать улики, подстегнуть перевозчиков, почитать слух, это необходимо ребенку, чтобы он, если в школу не может ходить, просто набирался опыта. Право арендовать поставщиков ресурсов, я это не совсем понимаю, ладно, потом разберемся. Счеты можем производить у себя в доме, что повышает нашу мудрость и бонус при торговле. Ну и конечно же перстень-перчатка, увеличивает прирост влияния. Давайте сразу купим проповедник 3 уровня и писец 1 уровня. Еще 19 тысяч, почти 20 у нас осталось. И переезжаем в городок. Какой бы нам переехать? Либо малый город, либо старый город, либо на самый верхний, самый высокий. Это замковый город. Давайте переедем, думаю, на самый верх. Будем выше всех во власть идти. Станем самыми богатыми и счастливыми. Вот такой домик, думаю, построить. И чешется, нет, название не нравится. Могло быть и хуже. Да что ж такие названия? Народный выбор. Вот. Уже получше. И поселимся где-нибудь рядом с памятником. Поньк. А также сразу строим лачугу городского проповедника. Рай близок. Давайте рядом с нашим домиком. Раз. И пищевая контора. Вот, думаю, писца нужно где-то посерединке в этом городке поселить. Чтобы мог и туда на рынок бегать, и сюда, и наверх подниматься. Так что пусть живет в этом районе. Вот сюда его впихнем. Так, ну-ка, еще можем построить? Все. Лимит закончился. Ну ладно, ладно. Сейчас наши дома здесь достроят, городские эти проповедальни. И мы потихоньку начнем старые сносить, сельские. И распространяться по всем городам. Ну и конечно же продадим свою старую хибару. Чтобы переехать в новый дом. Более богатый, более красивый. И получать прибыль постоянно. Аленка, вперед, беги-беги. И она скачет на коняшки свои. Вот, достроили домик. Давайте старую... Ой. Лето 1420-го. Уже год закончился. Старую хибару нашу продаем. Разрушить здание. Получим 930 монет за нее. Лачуга построили. Дом построим. Сейчас заглянем в домик. Как он вообще выглядит. Ой, тут Рудольф уже шастает. Шастает Рудольф. Неплохо, неплохо. Уже красивше выглядит все. По-современному. Но все равно как-то нище, нище, нище. Нужно будет потом богатеть и построить себе нормальные домишки. Самые крутые, самые богатые. Но для начала разберемся с экономикой. Лачуга городского проповедника построена. Пищевая контора построена. Давайте тут автоматическое производство назначим. Наймем пару рабочих и одного перевозчика. Сейчас это стоит все 500 монет за каждого рабочего. Дороговато, но никуда не деться. Нанимаем дополнительно работника. И что? Расширить торговое пространство. Либо склад. Давайте склад чуть расширим. Нанимаем еще дополнительно рабочего. Дороговато все стоит, дороговато. Ну, куда деваться? Ладно, пусть они автоматически все производят. Да, стоит автоматически. Они будут покупать, бегать, продавать. А мы займемся нашим проповедальней. Рай близок. Здесь, в принципе, что?
Нанимаем также рабочих. Расширяем наше производство. Только денег потратили-то, ах, жалко. Но никуда не деться. Он читает проповеди, распространяет нашу веру. И проводят церковные службы. Осталось всего 7000 монет. Да уж, немного. Ну, потихоньку мы из этого выберемся. Можем еще один титул купить? Нет, требуется 8500 влияния. Так. И как бы нам сделать, чтобы разбогатеть по-быстренькому? Кстати, давайте всех наших ребят уволим отсюда. Мы увольняем себя. Хватит работать в деревнях. Вот эту избушку продать. 2000 монет всего лишь. Да, ладно, продаем. И вот здесь на какую-нибудь избушку продать. Ну, ладно, пусть работники работают в этой деревушке. Так уж и быть. Теперь можем построить еще одну лачугу городского проповедника. Давайте уже в этом городке. Вот здесь. Рядом с пищей конторой. А всех нас, где у нас домик, назначаем работниками дома. И мы будем здесь работать и увеличивать влияние нашей семьи. Может, а правильно ли я сделал? Стоп. Кстати. Я бы мог всех этих назначить в городскую проповедальню, зарабатывать на этом деньги, а влияние увеличивать путем подкупов, либо там пожертвований в церковь. Где тут пожертвовать церкви? 38 влияния всего лишь, маловато. Подкупить должностное лицо. Вот, 500 влияния получим. Точно. Лучше на этом деньги зарабатывать. Это я не подумал. Опять всех увольняем. Простите, ребята, никуда не деться. Где наш домик? Домик. Я тоже увольняю. Отпусть, сынок наш. Ног или это внучок уже. Фиг его знает. Давайте глянем на древо наше семейное. Угу. Так, это наш сын. Да, все, наш сын. Аленка, вы что там ребенка не заделали, кстати говоря? Виктор. Ранение у тебя? Ух ты, откуда у тебя ранение? Но делай ребенка, несмотря ни на что. Делайте все детей. Вот наша лачуга проповедника. И нанимаем со всех членов семьи. Детей они застряпают и будут распространять веру, читать проповеди и все в нашем духе. Так что, не заделали ребенка, нет? Аленка, ты беременна? Нет, не беременна. Не получилось. Ну что ж вы такие-то? Негодяи. А, нет, ожидается прибавление все-таки. Во, молодец. Сынок заделал ребенка. Ай-яй-яй. Все, и работайте, читайте проповеди. Нам нужны деньги, чтобы повысить влияние. Второй сынок у нас прокачивается потихоньку, помаленьку. Правильно делает. Так, а нам что нужно? Денежки, чтобы купить потом титул. Да. Давайте глянем на нашу экономику. Грозбух. Пища контора пока прибыли вообще никакой не приносит, лишь расход 10 тысяч монет. Во, первая выручка 1000. Но маловато. Городские пока себя не купили. Деревенские полностью себя окупают. Вот, хорошо. Ничего, сейчас все перестроим потихоньку, помаленьку. Деревенские продать, в принципе. Еще одну продать, деревенскую. Давайте эту лачугу продадим. И построим еще одну городскую в третьем городе, чтобы полностью занять все города и везде проповедовать. Давай где-нибудь, вот здесь. Ну, этот городок вообще застроен неплохо так. Старый город. Сейчас построят, проповедники здесь будут проповедовать. И влияние у нас будет по всему миру. Достроили, неплохо. Сразу всех расширяем, всех нанимаем. В принципе, можно автоматическое производство ставить. И сами будут делать все, что необходимо.
Ого, что это здесь трое такое? А, надел. Конкурент, а? Вот конкурентишка. О, разбойники засели тут грабить. Тыщ. Ах, грабитель какой, негодяй. Вот негодник, жару ограбил. Еще не пришел такой. Дай тебе проповедь почитаю, пока ты в полумертвом состоянии. Вот негодяи какие. Че, ничего, мы сейчас разбогатеем и всех захватим. Сейчас нам нужно увеличить влияние. Что мы сделаем? Подкупим должностное лицо. А какого нам подкупать-то надо? Ну-ка, я не совсем понимаю, что это такое. Стоп. Может, Аленка подкупать? Да, у нее влияние больше, точнее не влияние, а харизмы. Не секрет, что некоторые должностные лица склонны брать взятки. Вы можете попробовать вручить деньги чиновникам, не входящим в вашу династию. Если повезет, то ваше влияние может повыситься. А, ну то по повышению влияния. Неплохо. Ну что ж, попробуем подкупить самым большим процентным шансом. Вот здесь 70% шанс. Давай, подкупай, Аленка. А мы за тобой последим. Прет, буренка. И, кстати, мне в комментариях сказали то, что нужно попробовать завести интрижку своим персонажем. Посмотреть, что из этого выйдет. 82% шанс. 82%. Успех. 600 влияния получили. Во! Вот как можно быстренько влияние получать. Да, я запомнил. Больше об этом не паримся. Чисто зарабатываем денежки. Сейчас мы накопим 8000 монет и купим титул бюргера. Можем построить колодец, трибуну, с которой можно вещать народу свои памфлеты, рассказывать истории, повышать влияние, совершать торговые миссии, написать памфлет, написать рекомендацию, похвастаться достижениями с трибуны и доступ к далеким рынкам. Ну и, соответственно, плюс одно экономическое здание и один наемник. Еще бы приодеть Амри, это было бы красно. Но я не знаю, если он умрет, что произойдет с его одеждой, она исчезнет или как. Поэтому как-то опасно. Либо она у нас на складе в доме окажется. И его знает. Рудольф там тоже качается. 8424 года. Во, внучка Милада. Отлично. Что ж, давай дочитываем проповедь. И попробуем завести интрижку. Стоп, или лучше одежду мы сначала прикупить. Одежду пока не будем. Стой, работу останавливай. И начинай романчик. Где тут начать роман? А, надо сначала за кем-то ухаживать. Ну-ка, постой. За кем-то богатым. Вот, поместится 10 уровня. Ну-ка. Мы за тобой последим. Позвольте мне любить вас вечность, негодяй какой. Во, успех, отлично. Пользовать связи. Близкие отношения с обладателем важной должности могут повысить и ваше собственное влияние. Для начала нужно, также кадрить, а потом чисто начать роман. Вот для чего, похоже, это нужно. Сейчас будем это все исследовать. В смысле, она мне отказала или что? Я не понял. Она меня кинула. Вот зараза, она меня бросила. Ну-ка, постой, вернись. Постой, мадам, где же ты? Давай, еще раз. О, получилось. О, ухаживаем за ней. Дай! Поцеловал щеку, называется. Да блин, что она так агрессивно-то относится к поцелую? Опять не понравилось? Да что ж такое? Мадам, что вы так меня недолюбливаете? Тяжело же вас кадрить, надо подарки дарить. Он тоже ее кадрит? Вот негодяй. Конкурент у меня появился. Вот так они тоже богатеют, как и я. Нашли богатую тетушку и пытаются денежки из нее выколотить. Отвали ты от нее, она занята. А куда поскакала? Постой.
Я целый день трачу на то, чтобы ее закадрить. Да кто там ко мне-то лезет? Конкуренты дурацкие. Негодяи, вы мне сбиваете весь мой прогресс. Да что ж ты... Задолбала. Вот конкурент, он приходит и цветы дарит. Мне надо так же делать, а я просто и рассказываю сказки. Ну что, ну получилось. Можно начать роман? Да, ну-ка. 99% шанс. Наконец-то, интрижка. Ой, я осуждаю. Вы правы, мы выделяемся на фоне остальных. Мне так нравится проводить с вами время. Интрижка. Ну-ка, запретный поцелуй. Понька. Ай, за что? У нас роман, мадам. Какого хрена? Что это было? Она сама согласилась поцеловаться, такая хрясь по мне. Использует связи. Неудача. Да что же она так меня не любит-то? А роман-то у нас не продолжается, нет? Или она такая, пошел вон. Вроде продолжается. Да, роман идет. Пользуют связи, близкие отношения с обладателем важной должности, могут повысить и ваше собственное... повышение влияния, понятно. Попросить об одолжении. Ну, маленький шанс. Мне одежда крутая нужна. Поцелуем в щеку, постой. Щеку. Да что ж ты... Да, иди ты. Короче, роман с ней повышает наши отношения. Если мы попросим ее об одолжении, мнение ее родственников о нас возрастет. Короче, не особо полезный роман. Нет, так-то полезный, но... Куча времени на это потратил, куча денег слил. Ну, деньги нет, не сливал. Я, точнее, мог бы заработать побольше, если бы не тратил фигню и не страдал все это время. Сейчас прокачиваем всех наших рабочих. Перевозчика тоже качать, надо всех качать. Всех рабочих прокачали. Давайте, наконец-то, купим титул бюргера. Ура, мы бюргер! И можем делать все, что я перечислял до этого. Четвертый уровень проповедника требует титул купца. Ну что ж. Сейчас зато мы можем построить трибуну. Колодец. Здесь горожане могут набирать воду. То есть можно построить колодец и рядом трибуну. И всем проповедовать. Чтобы увеличивать наше влияние. Водопой. Ну-ка давайте попробуем прямо возле рынка вот так сделать водопой. Поньк. И трибуну рядышком. 5000 монет. Ни хрена себе. Ну ладно. Попробуем. Что он вообще дает нам? Взглянем. Достроили. Ну-ка. И давайте попробуем почитать с трибуны. Обратиться к народу. Нет, это напрямую, да? Вот, похвастаться достижениями с трибуны. Взглянем. Ну просто стоим, читаем. Рассказываем, какие мы хорошие. И понемножку увеличиваем влияние. Понятно. А проповедь же можно так рассказывать? Нет, нельзя, да? Ладно. О, даже кто-то слушает. Влияние. Ну, чуть-чуть увеличили. Не так уж и много. Что ж, продолжаем работать. Денежки зарабатывать. Как заработаем нормальную сумму, прикупим хорошую одежду для нашего лидера. Во всяких лохмотьях ходит. Без толку. Либо уже во власть собираться идти. Осведомитель. Ну-ка, попробуем выдвинуться. 25 влияния потратили. Ну, ничего страшного. 3 выборщика, но с ними у нас плохие отношения. Ну, посмотрим. Получится, не получится прийти на должность. Выборы в этом году. 10.44. Хорошо. Вполне опоздать. Как там у нас в бухгалтерии? Писец я даже не купил. Стоп, на Зорьку напали. Нет, не грабьте Зорьку. Беги, Зорька. Она его фигарила? Молодец, Зорька. Ну-ка, можешь ограбить его? Ну, у тебя сколько свидетелей? Да, ограбила.
Интересно, меня в суд подадут? Ну, ладно, пусть лечится. Не будем отвлекаться на это. Грабительница. Так, что-то у нас с деньгами. Городские пока не окупили себе, да? Угу. Фигово, фигово. И, кстати, можем построить еще одну городскую проповедню. Либо сельскую, но уже в этом... Где там это? Поселение? Да, в этом поселении. В принципе, можно и сельскую воткнуть. Но мне кажется, с городских больше денег нам приходит. Ну, в принципе, ладно. Мы просто увеличим свое влияние во всем мире. Так что строим здесь. Расширили. Их наняли. Пусть работают самостоятельно. 4 рабочих. Пусть проповедуют. Расширяют наше влияние. Веру в нас. И все у нас будут протестанты в этом мире. Как там вообще у нас успехи с другими семьями? Ну, мы пока держимся в серединке. Кто там самый богатый? Икёра. Негодяи, самые богатые. Ничего, ничего, мы сейчас быстренько разбогатеем. Только в должность надо как-то попасть. Нам нужно увеличить влияние. Вот, 3 выборщика. Богатые ребята, богатые, я скажу так. Амри, тебя тоже, мне кажется, надо принарядить. Так что давай на рынок дуй. Сейчас будем покупать тебе нормальную одежду. Покупаем достойную одежду, чтобы увеличить его харизму. Теперь нужны безделушки. Счастливый камешек, плюс харизма и внимание. Еще алмазик покупаем. И деньги закончились, так что продолжай работать. О, теперь мы богато выглядим, богатенькие. Богатый проповедник. Сразу видно. Современный поп. О, сколько денег у попов-то, а? Их прокачивать надо. Из этого меню быстрее просматривать, кого надо прокачать. Из работников. Так, а на взятку сколько нужно монет-то? Купить? Нет, не то. А просто взятка при выборах есть. Во второй части, я помню, была такая фигня. То, что можно было подкупать во время выбора. Должностного лица. Что-то я сейчас не замечаю. Ну, что-то я как-то не нахожу подкупить кого-то. Странно. Можно, конечно, отправить торговую миссию. Отправить торговую миссию, установить торговые отношения с далеким рынком. Но я отыгрываю попа, так что это пока не для меня. А, там посмотрим, сейчас выборы будут. Глянем, что мы сможем из этого вынести. Во, уже скоро выборы. 10:44. Еще 40 минут осталось. Сейчас выборы посмотрим. А как надо туда пробежать или что сделать-то? Во второй части нужно было бежать в мэрию на выборы, а здесь как? Я не в курсе. Как это нам сделать? То есть мы сами уже бежим, да? Нет? Ваше выдвижение увенчалось успехом? Вау! Серьезно? Меня просто так приняли? За что? За какие заслуги? Судебное слушание, осведомитель, совет судья. Что? А, я же этим стал теперь. Кем я стал, кстати? Подождите, я не смотрел, кем я стал. Осведомитель. А что делает осведомитель? Задача осведомителя при совете изучать новости, собираемые простыми осведомителями. И передавать ценную информацию вышестоящему начальству. Так, а где мы сейчас шастаем? А, получаем сведения. То есть сами будем работать. Ну-ка, ну-ка. Обвиняемый воровка. Вердикт. Вердикт тюрьма. Да. Тюрьма, тюрьма. Вот, теперь у нас появилась власть. Можем пользоваться своей властью. Обвиняемый вор. Тюрьма. Вор. Тюрьма. Конкуренты. Избавляемся от конкурентов. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а повыше можем забраться? Сборщик пошлин. А это капитан стражи. Городской посланник. Весна 1432 года. Ну-ка, ну-ка, либо нам на капитана стражи, либо на сборщика пошлин. Давайте сборщик пошлин выдвигаем. А, нет, вам необходимо... А, более высокий титул, вот на что. Ясно, ясно. Ну, прикольно, прикольно, я скажу так.
Так, а что я могу делать как осведомитель? Изменить законы? Сверить отчетность? Ваша должность позволяет вам устроить конкуренту аудит и на время закрыть его экономическое здание. Но будьте осторожны, это навредит конкуренту, и он обязательно попробует отомстить. Подделать улики. Хм, прикольно. Ну-ка, изменить законы. Распалить публику законно. Политический яд законно. Контрабандный торговый путь законно. Пионить законно. Карманная кража незаконно. Призрачный туман незаконно. Ага, вот она, наша дума. Прикольно, прикольно. Давайте запретим политический яд. И контрабандный торговый путь. Предложим это. Голосование по предложению. Поскольку 1432 года в 7 часов. Я могу сразу соглашаться, да? Или что? А, вот. Я нажимаю, если я не согласен. Вот крестик. Если согласен, галочка. Понял. Хорошо. Теперь можем влиять на власть. Продолжаем свою работу попа. Государство государством, но проповеди читать надо. Ну-ка, ну-ка, а что нам требуется до следующего титула? Купца. 12 тысяч монет. В принципе, накопим, накопим. Не проблема. Песцы уже себя купили. Это отлично, отлично. Пусть работают. Денежки нам нужны. Что происходит? Голосование по закону. А еще рано, да? А, вот судебное слушание, осведомитель совета. Что происходит? Рекомендованное наказание, штраф. Кто там обвинитель, обвиняемый? Ну, конкуренты, конкуренты. Что они сделали-то? Тюрьма. Конкуренты, тюрьма. Все, вот мое решение. Все конкуренты идут в тюрьму. Что здесь происходит? Кто-то умер? Член вашей семьи скончалась? Зорька, жена моя умерла. Что поделать-то? Любовницу тогда. Кадрим любовницу, продолжаем кадрить. А что, что с ней? А, она недоступна, она спит. Ладно, кадрим любовницу и приглашаем ее к нам. О, Рудольф вырос. Молодец, Рудольф. Стоп, стоп, стоп. Рудольф, Рудольф, член семьи. И мне кажется, жену пора искать. Какую-нибудь богатенькую мадемуазель. Борька. Борька нет. Ну, 57% шанс мало. Вот, помещица. В принципе, она тоже богатенькая, мадам. Иди кадри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наша любовница проснулась. Да. Продолжаем ее кадрить. И пусть выходит замуж за нас. Что тут еще? Опять слушание. Тюремное заключение. Воровка. Воровка, ну правильно, в тюрьму. Согласен, в тюрьму ее. Кадрим нашу любовницу. А сейчас харизмы дофигища, так что беспроблемно ее закадрим. Ой, нет, все-таки проблемно. Немножко проблемно как-то получается. Не любит она целоваться. Далиша какая-то. У нас харизм за сколько? Десятка. Потом по результатам голосования. Во, паралитический яд незаконно и контрабанда незаконно. Улучшаем эту страну. 84% шанс. Маловато, надо увеличить. Постой, Борька! Борька! Надо коняшку купить. То я не догоняю ее. Стой, куда она вообще там ускакала? Кстати, что там? Что еще? Опять какие-то слушания. Ну все в тюрьму, все конкуренты в тюрьму. Офигеть, а куда она там свалила-то? Какие дали? В чем проблема? Что она? А, она работать пошла. Давай коняшку сразу покупаем, задолбал пешочком гонять. Ты наш лидер, как-никак. Вот, верховая лошадь. Скорость плюс 43. А, здесь нет лошади. Ё-моё. Если еще один алмаз ставить. Либо счастливый камушек. Ну-ка, алмазик еще один. Воткнем себе. Увеличится харизма. Да, увеличилась. Нормально, нормально. Теперь мы самые харизматичные. Как там наша помещица? Куда она свалила?
Опять куда-то бежать за ней. Да что? Вот зараза такая заставляет гоняться за собой. Нам нужно денежки подкопить, чтобы купить себе новый титул. А тут мы пытаемся закадрить любовницу. Вот эту свалившую. Стоп. А почему в Лачугерского проповедника всего 3 работника? А, жена умерла, точно. Че это я? Точно. Когда работника нанимаем сюда? А Рудольф, он где работает? В доме он не работает? Кстати, да. Я вам работу-то не назначил. Надо было его работником назначать все-таки. Ладно, хвастайся достижениями, тогда ходи. Ну что, ты закадрил, мадам? Куда она опять свалила-то тебя? В кабак? Да сколько можно-то? Гоняешься за ней целыми днями. Стой, сваливать, стой. Вон она, да подожди, беги. Вот она, держи ее. Далиша. Помещица, лови, пока она на коняшке не убежала. Все, поймал. Ух. Все, давай замуж за нас. Достала. Во, ну наконец-то. Все, еще новый член семьи. Продолжаем работать. Так, где наш домишко? На Ctrl-1 сделаем свой дом, чтобы не запутаться, не потеряться. Так, где там наша новая пассия? Во! Далиша. Зарабатывает нам денежки, Далиша. Продавай все, что у тебя там валяется, завалялось. Бомбу с собой таскает. Вот негодяйка. Пистолет у нее с собой. Вау. Опасная девчонка. Продавай его. Мне нужны денежки. То, что у тебя есть, продавай. Коняшку можешь с одеждой оставить. Вот. Молодец. Денежки нам заработала. Стой. Коняшку можешь отдать. Постой. Как бы обменяться? Обменяться? Как можно обменяться-то с ним? И как... А, Рудольфа убираем. Этого выгнать члена группы, да. А вот ты пойдешь у нас вот сюда. И вот теперь новая жена. Так. И ты тоже можешь проповедью заниматься. Давайте увольняем этого первого уровня. Прости, работник, но жена у нас будет получше. И распространяй веру. 18 тысяч монет есть. Отлично. И покупаем титул купца. Ура! Можно владеть большим количеством экономических зданий, строить склад, оскорбить кого-то, отправить персонажа в дальний путь. Получим 300 опыта и 850 влияния. Также шпионить за зданием, смазать колеса бюрократии. Бюрократический механизм работает медленно и со скрипом, но, к счастью, всегда можно найти чиновника, который готов поступиться принципами ради нескольких монет. Ну, это тупо повышение влияния, понятно. Играть в кости в таверне. Если выиграем, то получим немного монет, но можем и проиграть. Понятно. Тайная интрига. Письмо от инквизиции. И доступ к должностям среднего уровня. Шикарно. Конечно же, открываем проповедника 4 уровня. И писец 2 уровня. И денег у нас, как всегда, нету. Ничего, сейчас все это исправим. Но для начала, где-то у нас выборные должности... Выдвигаемся на сборщика податей. Тарантадам, 175 влияния потратили, ничего страшного. Так, кого-нибудь можно выдвинуть? Нет, пока нельзя. Ух, потом свое место займем сыном. Либо внуком, либо там еще кем-то. Один вердикт, тюрьма. Для всех тюрьма, ребят. У нас проповедник 4 уровня появился. Что мы можем с этим делать? Проводить общественную молитву и привлечь последователей с трибуны. Так, и писец. Понятно, писец они сами назначат, что им производить. А, для начала нужно улучшить здание. 3000 монет. Сорян, пока такого нету. Глава другой династии умирает. Ну так им и надо, негодяям. Что ж, пока давайте на этом остановимся. Я достиг титула купца. В следующей серии мы разбогатеем. Денежки накопим, точнее. Получаем наши городские молитвенные здания. А также пищу и контору до 2 уровней. И будем продвигаться до сборщика податей. А на наше место потом выдвинем сына.
Наконец-то мы имеем хоть какую-то власть в этом городишке. А на этом я пока буду заканчивать. Где-то мой богатенький осведомитель. Вот он я. Уже разбогатевший. Да куда ты бежишь? Постой. С новой женой. С любовницей. Жена умерла. Так начал новую, негодяй. Ладно, что ж, пока на этом останавливаемся. Да еще раз продолжим. Ну а всем спасибо за просмотр. С вами был Амрия. До скорых встреч. I'm not done.